Самое главное, как мы отреагировали на пропущенный гол. И второй момент, что у нас очень... То, что мы запланировали в плане обороны атаки, не все получилось. Только отрезками. Поэтому в этом направлении нам много работать. Но, да, второе, еще хочу поздравить всех болельщиков СКА, которые были здесь, немногочисленные, но, естественно, кто находится в Хабаровске. Как показалось, очень нервная игра, ошибок достаточно было, не вынуждены. На ваш взгляд, с чем связано это было? Ну, я думаю, что удаление всегда влияет в этом плане, что игроки начинают немного нервничать, если так можно сказать, да, и поэтому появляются те потери. Вот. Ну, это часть игры, я уже сказал, что в плане атаки обороны нам много над чем работать, чтобы стабилизировать игру. Вот. Этого времени нам не хватило на сборах, так как мы только комплектовали команду, и поэтому мы сейчас вот добираем уже в сезоне. Поэтому так. В перерыве вы сделали две замены. Удалось ли перестроить игру команды? В чем была задумка? Ну, конечно, это удалось. Мы забили голы, еще были подходы. Просто я знаю, что мы можем лучше. Игроки тоже это знают. В чем задумка? Мы перестроили немножко, мы играли 4-4-2. Но суть не в этом. Суть всегда, как мы располагаемся на поле. И это еще раз подтверждает, игроки безболезненно пришли на другую, так называемую цифровую расстановку. Все, только их направили в перерыве. А в эмоциональном плане сегодня, насколько эта победа важна, что именно удалось удержать ее, да, не как с Балтикой, когда чуть-чуть не хватило, и были уже совсем другие эмоции. Ну, я думаю, что как раз так команда и строится, да, через такие матчи она становится сильнее, еще, прежде всего, ментально, но еще раз, это легко потерять, да, поэтому для нас, для всех это важно сохранить.